Муниципалитет Ярославля утвердил требования кандидатам на пост мэра столицы Золотого кольца. Условия максимально открыты и равны для всех. Моя коллега Александра Панкратова в эти минуты работает в здании городского парламента и выходит на прямую связь со студией по скайпу. Саша, день добрый. Рассказывай, много ли требований кандидатам на должность мэра? Да, Вань, добрый день. Требований на самом деле не так много. Одно из основных, которое закреплено в федеральном законодательстве, касается возраста кандидата на пост мэра, должно быть не менее 21 года. Основные требования закрепляются городскими депутатами. Среди них это обязательное наличие высшего образования в сфере государственного или муниципального управления, а также наличие того самого управленческого опыта, желательно не менее 3 лет. Кроме того, кандидат на пост мэра Ярославля должен представить свою программу социально-экономической развития Ярославля и должен быть готов ответить на самые сложные вопросы народных избранников 3 декабря, тогда, когда и будет приниматься окончательное решение о том, кто возглавит Ярославль. Таким образом, прием документов ведется до 24 ноября, окончательное решение на заседании муниципалитета будет принято 3 декабря. Я отмечу, что наш телеканал провел свой эксперимент насчет того, насколько сложно и сложно ли вообще стать кандидатом на пост мэра Ярославля, а что из этого получилось, расскажем уже сегодня в 19 часов. Иван, тебе слово. Да, Саша, спасибо тебе большое. Александра Панкратова была на прямой связи со студией по скайпу.